Очередная посылка из Китая. Здесь у нас написано 3 pods, оценено в 5.01. 5.01 бакса он стоит. И здесь у нас не 3 pods, а крепление на экшн-камеру на плечо. Шла эта посылка очень долго, шла 50 дней с момента заказа, и на один день по трекеру 49 дней она шла. И я думал, что эта посылка уже не придет, потому что по трекеру, вот я ее заказал, на следующий день отбился трекер, трекер отслеживался неделю, и последнее там через неделю было написано, что полетела посылка в страну заказчика и с концами, и все, и больше не трекилось. Отбился потом аж трекер аж через 38 дней, больше месяца трекер не отбивался. Я там раз 5 проверял и думал, что уже все, посылка где-то потерялась или какой-то левый трекер мне дал продавец, и она мне не придет, придется открывать спор, чтобы вернуть себе деньги. Но, к моему удивлению, посылка все-таки дошла. И потом начала отбиваться через 38 дней по трекеру и буквально там дошла за неделю. Ну и давайте вскроем и посмотрим, что у нас тут в середине. А в середине у нас вот такое вот крепление. Заказывал я одновременно два крепления на грудь и на плечо. На грудь крепление пришло, на плечо вот только дошло. Я же уже думал, что не придет. Вот так это все выглядит. Эта вот штука вешается на плечо, именно вот эта часть. Здесь вставляется камера, можно просто, можно в аквабоксе, как хотите. А этот вот ремешок вокруг пояса. То есть получается, это у вас на поясе, а это такая вот лямка через плечо. Застежечка такая тугая. Что у нас по качеству? Вот тянется, нитки на вроде как бы не торчат, пластик не лопнутый, здесь все прошито, ну, небольшая ниточка торчит, но я думаю, она незначительно. Вот еще, ну, короче, пару ниток торчит на швах. Но я думаю, на само крепление, как будет сидеть на плече на вашем экшн-камере, это не повлияет. Хотел использовать это крепление в одном мероприятии, но что-то как-то долго она шла, ну, на следующий год-то. В этом году не срослось. В принципе, крепление прикольное, мне нравится. Сейчас примерю и скажу, как она на мне сидит. Ну что могу сказать, мне подошло вполне нормально. Естественно, конечно, пришлось лямки подотпустить вот до самого предела. То, что при моем 1,78 м как-то коротковато это все было. Когда вот отпустил до предела лямки, все стало отлично и нормально она сидит. И закрепляется тоже нормально, не давит. Все так плотненько садится, не перепается. В принципе, класс. Креплением я доволен, 5 баксов потратил не зря. Так что вот такое вот прикольное крепление для экшн камеры, не обязательно к Xiaomi, как у меня. Для любой экшн камеры, той же GoPro, это стандартное крепление на Aquabox. Да и не только на Aquabox, есть отдельные такие крепления специальные. Так что подходит на любую экшн камеру. И кто хочет себе такое вот классное недорогое крепление на плечо для экшн камеры, переходите по ссылке и заказывайте. Показывайте.